Всем привет, друзья! С вами канал Твой Игровой. Меня зовут Денис. Сегодня в студии со мной Женя. Всем привет. И Лена. Всем привет. И мы поиграем в легендарную, старейшую, крутейшую игру «Пандемия». Это не Legacy-версия, это обычная, старая, добрая «Пандемия». Поехали. Друзья, данная игра предоставлена магазином «Мир приключений». Заходите туда по ссылке в описании, там вы найдете много разных игр, и семейные, и гиковские, какие угодно. И главное, что я хочу сказать об этом магазине, это возможность бесплатной доставки и очень хорошие скидки, в отличие от других магазинов. Заходите по ссылочке и выберите что-нибудь себе на свой вкус. Перед нами уже, по-моему, второе или третье издание, я не помню, в общем, где изменили дизайн, карт, поле, вообще всего изменили дизайн. Раньше она выглядела гораздо хуже, на мой вкус. И давайте начнем с правил. Суть и цель игры — победить 4 болезни, которые угрожают миру. Они нависли над миром, уже эпидемии начали распространяться, а мы обычные такие парни и девушки, борцы с болезнью. У каждого своя специальность. Я совершенно обычный специалист по карантину. Ты специалист по карантину в садике, да? В садике, знаешь? Карантин, все, сегодня не идем. Я эксперт по чрезвычайным ситуациям. Врач. А Женя врач. Мы собрались в Атланте, в исследовательской станции, в центре, как он называется этот центр? ЦКЗ, Центр по контролю заболеваний. Центр по контролю заболеваний, да. И мы будем сейчас этот мир спасать. Значит, из чего состоит ход игрока? В свой ход игрок может сделать 4 действия, которые у него вот на памятке здесь изображены. Первое — это переместиться в соседний город по белой линии. То есть такое перемещение на машине или на пароме. У нас есть такие линии между городами. Взял свою фишку, переместился из Атланты в Чикаго. Вот тебе одно действие. Второе действие — это прямой рейс. Скиньте карту города, чтобы переместиться в этот город. Например, если у меня есть Дели, я беру, сбрасываю карту Дели и перемещаюсь в Дели. Значит, у нас на руках в начале игры 3 карты. Ну, к картам потом вернемся. Далее, чартерный рейс. Сбросьте карту города, в котором вы находитесь, чтобы переместиться в любой город. То есть, если я нахожусь в Атланте, Атланта скидывается, я в любой уже могу город. И служебный рейс. Переместитесь из города, где есть исследовательская станция, в другой город со станцией. Станции мы еще будем строить. Вот я опять трясусь. Я... Ой, и Женя трясется. Лена одна не трясется. Что ж такое? Всем страшно? А Лене не страшно. Я в садике работаю. Да-да-да. У вас там карантин. Так вот, построить исследовательскую станцию можно в городе. Там, где вы... Ну, в городе... Короче говоря, если вы находитесь в городе, и у вас есть карта этого города, вы можете эту карту скинуть и поместить туда вот такую вот замечательную белую исследовательскую станцию. Видимо, такая супер надувная палатка. Такую открываешь штучку, такой, и она раздувается. Второе, следующее действие — это лечение болезни. Можно убрать один кубик из города, в котором вы находитесь. Напомню, что можно совершить 4 одинаковых действия, то есть хоть 4 кубика. Ну, 4 кубика бывает. Бывает, да, когда болезни начинают мутировать, да, и, например, в этом городе может быть еще один кубик другого цвета. Ну, максимум тут 3 получается. Нет, 3 желтого. А сюда может добавиться с помощью вспышки еще другой. Да. В общем, 4 действия максимум, хотя можете делать одинаково. Дальше. Обмен знаниями. Отдайте карту города, в котором находитесь, другому игроку, или возьмите эту карту у игрока. Находимся мы, например, в Каире. Я могу взять у игрока карту Каира и отдать игроку карту Каира. Какой-то неудобный город для примера взял. Не выговорить его. И следующее, 8-е уже по счету действие возможное, это изобретение лекарства. Можно сбросить 5 карт одного цвета в городе с исследовательской станцией, чтобы изобрести лекарство от болезни этого цвета.
Например, если мы изобрели желтую болезнь, мы берем такую вот вакцинку, ставим ее сюда, и теперь за одно действие мы можем излечивать все, убирать все кубики болезни из этого города. Если желтого цвета. Желтого цвета, конечно. Если в какой-то момент... это апельсиновая зависимость. Болезнь. Лимонная апельсиновая цитрусомания. Так вот, если мы, например, в какой-то момент видим, что мы все цитрусовые кубики убрали, и люди уже не болеют этой болезнью, то мы переворачиваем вакцину, и теперь они даже не будут появляться. Вот. Зато может, например, помидором они возникнуть у людей. Всяко бывает. Вот это четыре возможных действия. Далее, после того, как все игроки совершили по 4 действия, можно, кстати, меньше совершать, да? Мы берем две карты из вот этой колоды. Ну, давайте теперь насчет карт поговорим. Карты бывают двух видов. Это карты городов. Собственно, о них я уже говорил. Они бывают тех же цветов, что и болезни. И бывают, сейчас я уже не возьму, карты событий. Ну, тут все написано. Например, событие иммунитет. Сыграйте в любой момент и не тратьте действия. Уберите из игры одну любую карту из сброса карт болезни. Ну и так далее. В тексте все будет написано. Вот, собственно, это сердце игры. Это карты, которые мы копим. Накопили 5 синих карт. Можем в исследовательской станции изобрести вакцину. Есть персонажи, которые могут это делать и с 4 картами. Но у нас такого персонажа в игре нет. Когда мы берем две карты из колоды игроков, то мы можем встретить карты эпидемий. Мы ее берем, эту карту, и сразу же выполняем те предписания, которые на ней указаны. И при этом двигаем вот этот вот маркер распространения болезней дальше на одно деление. Да? Двоечка — это значит, что мы в следующую фазу обнаружить инфекцию в городах будем, то есть после того, как карты здесь взяли, мы должны две карты отсюда достать. Вот двоечка, да? Эпидемии будут увеличивать это число, будем потом уже 3 карты брать. Мы будем эти карты раскрывать и смотреть, в каких городах дальше начинает появляться болезнь. То есть, ну ладно, не буду открывать. В общем, откроем город и один кубик болезни в него поместим. Очень важно еще сказать о вспышках. Мы уже упомянули о том, что может быть только 3 кубика одного цвета болезни в городе. Если появляется 4-й, то из этого города по вот этим линиям белым начинается распространение этой болезни. Вот, допустим, у нас в Майами вспышка, должен добавиться 4-й кубик, и значит и в Вашингтоне, и в Атланте, и в Мехико, и в Боготе будут распространены желтые цитрусоманевые кубы. Если бы в Боготе была вспышка, то в Майами бы переместился еще и вот этот вот кубик синей болезни. В общем, тут мог быть такой вот замес. Да? Я прав? Ну и маркер, соответственно, двигается. Да, и маркер вспышек двигается, и вспышка может породить еще одну вспышку. И поэтому за этим нужно следить. Если вспышки достигнут вот этого уровня, то мы все проиграем. Так, по поводу условия победы. Жень, расскажи, как мы можем победить? Условие победы есть только одно. Надо изучить лекарства от всех 4 болезней. Всех 4. То есть достаточно просто вакцины, не обязательно их уничтожать? Не обязательно. Какая веселая болезнь, цитрусомания. Так, ну что? А проиграть можно 3 способами. Так, давай. Либо маркер вспышек дойдет до последнего уровня, либо закончатся кубики болезни, одной из болезней, некуда будет уже выставлять, нечего будет выставлять, либо закончатся карты игроков. Ага. Нельзя будет взять уже. Кстати, я хотел еще кое-что напомнить. У нас же есть свойства наших персонажей. Да, да, давайте зачитаем. Например, эксперт по чрезвычайным ситуациям что может? Я могу в качестве действия взять любую карту события и сброса. Это вот отсюда. Да, отсюда. И положить на свою карту роли. Сыграв карту события, лежащую на вашей роли, уберите ее из игры. Лимит на карте роли может лежать только одна карта. Она не считается картой в руке. То есть это как действие считается, но как карта в руке не считается. В руке может быть максимум 7 карт. Давай же. Я врач. Я могу убрать все кубики одного цвета, когда лечу болезнь. То есть не один кубик, а за одно действие сразу все убирать. Так.
И также врач препятствует появлению болезни с изобретенным лекарством в том городе, в котором находится. А, то есть она там не помнится. А этот неразборчивый почерк есть свойство? Есть такое, да. От этой болезни нет лекарств. Так, я специалист по карантину. Препятствует появлению кубиков болезни в результате обнаружения болезни и вспышек в городе, где находится, а также во всех городах, соединенных с ними. Ну, то есть я специалист и препятствую появлению кубиков в городе, где нахожусь, и в соседнем. Понятно? В Шанхай надо. Да? Да. Хорошо, запните меня. Так, хорошо. Я даже могу это сделать. Прям вот у меня есть Атланта. Я могу Шанхай свистануть. А где он? Так, ну что, нам нужно как-то... А, я еще хотел сказать, что эта игра кооперативная. Вот, да. Это очень классная штука. То есть мы играем против игры. Это вообще была одна из первых игр, которые я... Ну, хотел получить себе не то, что в коллекцию, у меня коллекции тогда не было. Я хотел в эту игру поиграть. Она же развивалась. Но, да, но ее не было в России, ее уже не выпускали на тот момент. И я сделал себе ПНП. Может, как-нибудь расскажу об этом. Ну, собственно, мы еще можем передвигаться по миру вот так вот по кругу. Тут есть, например, такие пути из Токио, Сан-Франциско и... Ладно, давай уже играть. Еще из других городов. Скорее. Ну, Женя начинает. Ну, вообще начинает игрок... Кто последний болел? Нет, у кого город, карта города с самым большим населением. Ого. 22,5 миллиона у меня. Да. Наверное, ты. У меня 17,5 есть. Да, у меня 20. В Пекине 17 миллионов живет? Ну, всего лишь 22,5. Смысл их лечить, они же нас все заразят друг друга. Нет, я не пойду в Пекин. Так, ну ладно, ну что? Начинаю. Мы, кстати, не можем показывать карты, как я помню. Почему? Вот почему, если мы все заодно? Почему? А вот я в правилах такое читал. Вот, по крайней мере, в моей редакции было написано, что игроки друг другу карты не показывают. Вот тена. Ну, сейчас узнаем. Это же игра кооперативная, а мы вот все заодно. Да, действительно указано в правилах, что если мы играем на начальном уровне, а мы играем на начальном уровне, тут есть еще разные уровни сложности, мы играем с 4 картами эпидемии в колоде, то мы держим карты в открытую. А вот если мы на стандартном уровне, когда 5 карт эпидемии в колоде, или героическом, то мы держим карту в закрытую и говорить о них можем. Ну, в общем, странно как-то, но все-таки кооператив, ну ладно. Мне кажется, что нужно решить, кто будет, куда идти. Да, вот Лена предлагает, у нее есть Атланта. Я могу вот сюда уничтожить болезнь, может быть, даже парочку. Если надо, я могу пойти в Шанхай. На самом деле я врач, я ж могу все кубики сразу убирать. А да? Как ты попадешь? Сюда. Мы в одном городе, я могу Атланту отдать, или ты можешь забрать у меня. Ты можешь забрать, ты первый ходишь, кстати. Да, ты можешь у меня Атланту забрать, а потом свистануть куда... А, нет, она просто, даже сюда прийти. Просто врачу будет эффективнее идти красные болезни уничтожать, потому что их много. Угу. Потому что я сразу за одно действие могу сразу город целый вылечить. Поэтому, может быть, наоборот, забрать... Ну вот, я тебе и говорила, я тебе отдам. Забирай. Карту. Забираешь? Скидывай и в Тайбэй. Или пока еще сомневаешься? Просто, чтобы тебе попасть в Тайбэй быстро. А потом оттуда чик-чик. А, Лос-Анджелес. Когда мы потратим одну карту, да? Получается. Да. Синюю. Ну, синюю так себе, можно тратить. Вот желтых. Ну, пока красных. Погоди. Мне кажется, вот про вот это вообще. Она сейчас тут вылезет синяя, что будет где-нибудь попа. С другой стороны, у нас есть специалист по карантину и эксперт по чрезвычайным ситуациям. А что ты делаешь? Вот я уже забыла. Я могу из сброса карты брать событий и разыгрывать их. Событий, ладно. А я... Не даю распространяться болезни там, где нахожусь. По идее, ты тогда можешь здесь полечить, да? Болезнь рядом находящаяся. Да вам.
А я тогда пойду. Ну, давай так сделаем. Да. Ну, давай тогда ходи. Вот тебе карта Атланты. Это так, твое первое действие. Забираю карту Атланты. Вторым действием перемещаюсь в Тайбэй. Угу. Третьим лечу всех жителей. Угу. Четвертым перемещаюсь в Гонконг. Дальше. Беру две карты игроков. Угу. Их, кстати, не может быть больше 7 на руках. Угу. Карт. И обнаруживаю болезни. Две карты. В двух городах. Лондон. Дели. Да. Угу. Так, теперь ты. Я иду в Майами. Угу. Раз, два, три, четыре. Угу. Лечу все кубики. Беру две карты. Эпидемия. Так, первое. Это распространение. Распространение. Женя, маркер распространения болезни двигается на одно деление. Угу. Дальше. Ну это круто, что она в начале игры. Да? Да. Дальше. Дальше. Вторым действием из-под колоды вытаскивается одна карта города. Угу. И появляется три кубика болезни в Алжире. Угу. Дальше самое интересное. Берутся все карты из сброса болезней, угу, перемешиваются. Я вообще так трясусь. Спокойно, спокойно, сейчас еще не то будет. И кладутся эти карты наверх. Наверх. Теперь будут болезни появляться уже в тех городах, в которых уже появлялись. О, надо срочно в Алжир. У кого Алжир? У тебя Алжир! Мечись! Йоханнесбург тоже, да, там надо. Да, но тут как бы вспышечка. А в Алжире у нас была карта Алжира там? Была-была. Да, была. Но они же тут есть. А, ну кубики. Давай, значит, я тогда... Значит, в Алжир. Я сбрасываю Алжир. А где у нас сброс? А, вот. Йоханнесбург. Это мое первое действие. Второе, третье. А четвертым что я могу сделать? Да убирай как все. Пекин. Ну, четвертым тоже уберу. Потому что ты все равно так, не доберешься. Беру до две карты. Йоханнесбург, да. Токио. О, и Джакарта. И у меня уже есть три красных карты. Я могу уже начинать собирать красные карты, угу, чтобы исследовать, изучить болезнь. Так, и заражаю, да? У меня... Мумбаи и Милан. Милан и Мумбаи. Все, давай, Жень. Так. Может, как-то встретимся где-то? Смотри, я сейчас иду в Сеул, там построю станцию. Да. А, так, ты уберешь, значит, эту карту. Чтобы нам перемещаться можно было. Бангкок, да, давай. У меня есть. Я могу до Бангкока дойти как-то. А, ты в Бангкоке, да. Потом можно будет перемещаться между станциями. Ну да, да, все верно. А почему, Между так. станциями это такое действие есть. Телепортация. Два, три. Угу. Четыре. Строю станцию. А, берешь две карты? У меня вот есть... А, нет, мне же еще добраться надо. И заражаешь. Берем. Сидней. Да, теперь нам надо встречаться, потому что у нас есть все. Пять карт. Гонконг. Заражен. Сидней. Угу. Воу. И что делать будем, ребятушки? Ну, давайте думать. По идее, надо вот здесь. Вполне с большой вероятностью будет вспышка. Скоро появится там, да. Денис, ты ближе всех? Блин, это так далеко. Пусть там болеют себе. Они до нас не доберутся. Так вот, бедные африканцы. Пускай все болеют. Цитрусомания. Неплохой вариант болезни. Так, а мне бы, наверное, сюда. Лос-Анджелес. Вот как раз у меня неподалеку. Раз, два, три. И четвертую я могу убрать. Ты сюда приходишь. Блин, раз, нам два, нужно три, добывать вакцины, уберешь, а не лечить. Ну, понятно, что лечить ну, надо. В смысле? Вот если я тут не полечить и будет вспышка, давай то как в бы... Бангкоке встречаться, и у меня будет уже четыре карты, и я красную просто уничтожаю болезнь.
Почему 4? 5 тебе надо? Надо 5 карт. Ну, у меня уже будет 4 карты. И еще пятую я могу добыть. А у тебя откуда добыть? Будет 3? Вот, 3. Ты мне в Бангкоке. Да? Да. Ну, вот специалисту по карантину хорошо было бы сюда вот как раз прийти. Потому что не будут распространяться. Смотрите, болезни. Я как в Бангкок могу прийти. Раз, два, скинуть Милан и оказаться в Бангкоке. Ну... Чё же ж... Ну, это что меня трясёт, я очень боюсь этого слова. Так. Спокойно. Ну, вообще мой ход, да? Я сейчас должна решить, что как бы делать. Иди в Бангкок. Вот здесь можешь залечить. Как, ты с Карусом, что ли? А, ты в Майами? Я в Майами сижу, ну, да. Хорошо, так солнышко. В Атланту раз, Нью-Йорк два, у меня есть. Три. У меня есть Нью-Йорк. Если я дохожу до Нью-Йорка, я могу скидывать и сюда. Смотри. Бангкок. Раз в Атланту, два, три, скинула Нью-Йорк, в Бангкоке оказалась. Это четвертое действие. Ну, окей. Давай. Так? Да. Нормально? Я не хочу через Атланту, я хочу через Вашингтон. А, точно. Раз, два. Нью-Йорк. Нет. Скидываем. Три. Бангкок. Три. И добавь туда болезнь. Почему? Я шучу. Добавлять нельзя болезни? Что за дурацкие шутки? Ну, собственно, все, жду тебя. Действия не делаю. Да. Или могу... А, станцию надо, не, карту. Не надо, не надо. Ладно. Все. Бери две карты. Не забывай. Да. Санкт-Петербург. И Карачи. Вот так вот, как Женя делает. Сет. Так и делаю, хорошо. Светы. И заражай. Так, и заражаю. Что у нас тут? Алжир. Алжир, ты где? Это у тебя как раз. Угу. Пим. Еще Дели. Что ж такое-то? Им. Угу. Так, что я, как и предполагал, иду в Милан. Раз, два, скидываю Милан и нет, оказываюсь в Бангкоке. Три. Три. И четыре, давай мне Бангкок. Забирай. И... Может, сейчас пятый попадется. Раз, два. Две карты. Заражаем. Лондон. И Тайбэй. Тайбэй. Тут пим. Так, ну что, я буду двигаться, все излечивать. Раз. Два. Три. Четыре. Угу. Карта. Подождите. А ты-то сделал? Я заразил, взял карту, конечно. Да. Эпидемия. Эпидемия. Так, берем вот теперь нижнюю карту. Вообще. Это кто? Манила. Манила. Здесь вот сейчас, опаснейшая ситуация. Сейчас я изобрету эту вакцинку. У меня есть, кстати, карта Синдея, я могу туда... Хотя мне тут что-то было. Сидней? Ну, я, в принципе, рядом с Сидней. Раз, два, три. Давай. Потом, правда, мне надо как-то дойти до Сеула. Манила. Манила. Происходит вспышка болезни. Тысяч. Две вспышки. Точнее, тысяч. Сначала две одну, вспышки. Давайте проработаем. Подожди, вот тысяч, тысяч. Одна. Сюда. Сюда. Сан-Франциско. Сан-Франциско, сюда. Это Лос-Анджелес. Сан-Франциско. Вот. Так, сюда тысяч. Сюда не происходит. Происходит в Джакарте. Вот сюда. И происходит в Лос-Анджелесе. Это вторая вспышка. Да. Но тысяч, в Маниле погоди, не, в происходит. Не происходит. Почему? Ну, иначе мы бы вот так вот, короче, просто играли бы и все. Было смешно. У вас вспышка. Нет у вас вспышка. Нет у вас. Нет у вас. Это болезнь неопределенности. Так, что-то да. Ой, сорян. А еще что-то нет? Нет? Нет, все. Все? Фу, две эпидемии прошли. Yes! Так, давайте срочно встречаемся где-нибудь. И чего? Вот бери. Можешь... Ты одну карту взял? Можем, смотри, до Сиднея дойти. До топать. У меня есть Сидней.
Правда, далековато, конечно. Так не, нам нужен Сидней, чтобы ее изучить. Давайте изучить. Подумаем, кто сейчас ходил? Я сейчас ходил. Ты ходил, ходил, ты да. Две карты взял. Обнаружил две болезни. Теперь ты должен взять, заразить. Ты же продолжаешь? Алжир. Да. Плюшки мы требуем. И еще одна карта. Первый я взял Манилу. Сейчас это... А три куба куда пошло? В эпидемии же нужно взять из-под низа колоды и положить в указанный город три кубика болезни. Ты это сделал? В Манилу. В Манилу? Да, это все я сделал. Манили появились. Так, потом ты, значит, должен две карты достать. Потом я убрал эти карты, перемешал их, и у меня снова Манила выпала. И у меня получилось, что вспышка пошла. Что-то все сложно. Вот. Вот оно что. Трэш пошел. Сложно. Да. Так, ну что? Неудачно получилось. Дальше я. Ну, полечи там эти все дела. Кстати. Чего? Там же у нас находится специалист по карантину. Да, значит, она здесь там, не могла где... появляться. И соседняя же не должна была, да? Почему? Препятствует появлению кубиков болезни в результате обнаружения болезни и вспышек в городе, где находится, а также в соседних, во всех... городах, соединенных с ними. Вот это убирай тоже. Да, ничего себе. Нет, здесь-то была. Я зеленая. Здесь была. Вот Джакарты не было. Вот и тут не было. Йокошимина не было. А здесь была. Здесь была, да. А вот тут? Все-таки полегче. Тут тоже. Вовремя пришла. Тут тоже не было. Да. Это что же соседи? Вот, все. Ну, потому что я тут ставил, я тоже препятствую. Не так печально. Фух. Так здесь что, тоже не было? Тогда вот так? Нет, так тут было две, и плюс я еще одну приплюсовала. Все. Вот, короче, соседние вот эти городишки чисты. Нормально. Так, ладно, дальше. Кто ходит-то? Я хожу. Подожди, я хожу, и что я делаю? Я могу пойти сюда и здесь полечить, а вы в Сиднее встретитесь. А что там у тебя за события же? Смотри, я могу построить одну исследовательскую станцию в любом городе, без использования карты города. Это крутяк. Ого. Так что мы когда определимся, как наберешь 5, можно будет так, хоп, сразу построить там. Я могу в любой же момент использовать ее. И ты сразу изучишь. Так. Ну, я логично, что иду сюда, правильно? И лечу. Правильно? А вы идете в Сидней, правильно? Встречаемся, да, в Сидней. Так, я что, зелененькая? Раз, два, три, четыре. Вот. Раз. О. Ладно, тихая ночь, хорошее событие для нас. Давай, прям сейчас. Событие одна, тихая ночь. Играйте в любой момент, не тратьте действия. Пропустите фазу обнаружения болезни и не открывайте карты болезни. Это да, то есть вот это? Свою, да, да, ты можешь сейчас пропустить. А, окей, я пропускала. Там где-нибудь вылезет опять. Вот. Неприятность. Так, я сейчас что делаю? Ты иду идешь в Сидней. Можешь по пути что-нибудь полечить. Два, три. Раз, два, вот. Три. Убираю 4. Куб. А лучше, может быть, здесь полетишь, давай, а давай. Я-то могу ты, сразу. Да, можешь. Да, тогда я здесь полечу. Да. О, а мне не надо. О! Нифига себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, тебе семь, надо... восемь. Да. Нужна карта, где ты 8. Можешь построить. Ну, тогда одну красную выбрасывай. Нет, погодите. Где построить? А я могу построить с помощью станции. Женя построил. А что ты знаешь? С помощью карты забытия. Перебор. И заражал. А ты все 4, да, действия сделал же? Да? 4, да. Пришел. Лондон. В ходу. Эти англичанишки. Все болеют. И Тайбэй. Блин, здесь уже появляется. Вот это, да? А, не вижу. Так, ну все. Давай, Женя. Так. Я тогда тут остаюсь, да? Мы сейчас излечим от красной болезни, ты за одно действие сможешь... Да, все там... А, погоди, я не смогу. Мне нужно в исследовательскую станцию. А ты хочешь здесь построить? А что? Ну давай. Сэкономим.
Давай, твоя первая. У тебя не же это. А, они уже. А, заодно, кстати, у нас будет шанс избавиться от всех красных болезней. Да, вот в чем дело. А, нет, блин, они тут еще. Да тут-то по одной штуке, ладно, нам нужно сейчас вот тут избавиться, и потом вот синее. Строю и станцию. Можно было сразу тут увеличить. Это первое. Нет, тебе вообще, карта сильная нужна? Это без действия. Нет. То есть здесь она не нужна. Да. Не нужно действие, чтобы ее активировать. Так. Первым действием я лечу здесь. Это уже второе действие. Нет, это не считается за действие. Второе. Третье. Ну и куда бы мне пойти? Вообще надо куда-нибудь сюда двигаться. Двигайся, да? Тогда. Карта синяя есть. Кидай и перемещайся. В Мадрид, да. Ну, тогда мы все синие карты стратим. Ну да, вот Лени надо будет собирать. Так, мы... Не... А, блин. С другой стороны тут... Блин. Нет, там очень опасно. В Москву переместись, она близко. К Санкт-Петербургу, там и всем остальным. Каким образом? Через Тегеран? В Москву берешь, скидываешь и в Москве оказываешься. А где Москва? Вот. А чё она синяя? Чёрная. Чёрная. Так сделали игру. Четвёртая. Русофобы. Санкт-Петербург. А, у меня ещё события. Главное, синий. У меня есть события, передвиньте одну фишку. Передвиньте одну фишку в любой город. Передвигать фишки можно только с согласия владельцев. Ага. Халявно могу перенести. Вертолет. Тут ты можешь и себе перенести. Так, обнаруживаем Милан. Итальянцы болеют. Гонконг. Ой. Все. Так. Теперь я. Чувствую, скоро Йоханнесбург придет. Угу. Да. Угу. Как нам туда добраться? Вот у меня есть, например, куда Карачи, Ченнаи, через Черный, нет, Ченнаи, Карачи, далеко, сюда. Слушай, у нас же Синтни еще не было здесь? Не было. Нет. Вдруг он придет сейчас. А? Я же вылечу. Ну, сейчас просто вспышка будет. А, на Ленином ходу? Угу. Так, что делать? А, там, на вспышке она не может блокировать, да? Может, только препятствует появлению болезни. Да. Препятствует появлению болезней. Так если она препятствует болезни. Появлению, значит, и вспышка не может произойти. Если она не появилась. Да. Надо... Не забывать. Да, не забывать про такие плюшки. Так. Что делать-то? Нам нужно еще что-то собирать. Вот у меня, например, синие две карты есть. Я могу, наверное... Что-нибудь еще синего собрать у кого-нибудь. Тебя могу? Не могу. Ну, в принципе, можно как сделать. Вот ты можешь пойти вот сюда, вот в эту область. Где-нибудь здесь вот пересечемся. Смотрите, смогу отдать. К примеру. Окей. Так. И заодно Денис в Сан-Франциско придет тоже. Можете там состыковаться. Кстати. Ну ладно, я тогда потопала Сан-Франциско. Раз, два, да? Угу. Три, четыре. О, все, я пришла. И беру две карты. Йоханнесбург. Угу. Может мне туда рвануть, если повезет. И Лондон. Это хорошо. Хорошо. Заражай. Да. Что там? Мумбаи. Блин, черный. Черный наступает. Так. Ой, нет, не оттуда. Дели. Так, мое первое действие. Я изобретаю вакцину. Ура! Второе действие. Очищаю болезни. Третье действие. Еду в Лос-Анджелес, убираю четвертым действием и полностью убираю болезни. Победили.
Помидорную зависимость. Помидорной зависимости больше нет. Ура! Так. Так, ну бери карту. Так. Раз. Два. Ты будешь ещё жёлтый собирать. Катит. Угу. Давай, обнаруживай. Так, Сидней. Ничего не проявляется. Угу. Майами. Все. Сейчас точно Йоханнесбург будет. Туда топать. Так, ну я могу туда слетать, что ли? Ну это как бы... В принципе, я могу тебя... А или меня отправить? Я тебя могу передвинуть тебя. Давай. У меня есть карта такая. Так, пока ходите. Или вот... Вот у меня есть, я могу прям ведь сюда прилететь, правильно? Сбросив эту карту. И полечить. Вот тут у нас очень плачевная ситуация. Сюда, может быть, ты Дениса бы перекинул. Вот. И он бы тут полечить мог. Да, потому что я не, мне не разорваться. Да, тебе нужно лучше вот сюда топать. Здесь все полечить. А здесь просто вот сколько городов? Раз, два, три, четыре, пять. Вспышка будет, если тут. Или раз. Да. Ну, короче, тут очень плохо. Так. Так, ну что, я тогда двигаюсь... Синенькие лечу. Mm-hmm. Раз, два, три. Или так двинуться. Раз, два. Милан же уже был тут? О, я не помню. Лондон три, был точно. Четыре. Так, как-то так. Потом Дениса перемещу. Там можно в любой момент. Mm-hmm. О, черный. Мне нужна одна черная. Mm-hmm. Вот. Так, у меня слишком много карт. Сидней уже не актуален. Да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть. В принципе, я мог Мехико оставить на всякий случай, но переместить сразу Дениса. Денис? Да, я не против. Перемещай. Хотим тебя переместить ближе. Давай вот сюда. Хотите сказать, что мы победим? Ближний Восток. Нет. Нет? Не знаю. Дуй сюда. Тут жарко и тепло. Ну давай, я вот этот. Просто да, использую карту. Ты вот этот? Дели? Да. Окей. Эту карту оставляю на руках. Так, карту я взял. Все, теперь обнаруживаю болезни. Ну да. Йоханнесбург. Давай, раз, два. Ну всего две, не так уж плохо. Пекин. Не появляется ничего. Угу. Очень хорошо. Так, я сбрасываю карту и в Йоханнесбург. Пимс. А ты же шла в Мадрид. Чего? Или хотел... не надо? Да, тебе надо в Мадрид идти. Потому что Йоханнесбург, он вряд ли да. Здесь поприветствует. Ладно. Синюю болезнь надо ты лечить. В любой момент, в принципе, сможешь туда переместиться. Окей, ладно. Так, куда... Где Мадрид? Я не вижу. Можно вот Мадрид. А, нам сюда. Раз, два, покурю. Да, я сейчас приду, я отдам карту. Давай. Так, бери две карты. Так. Они потом же замешиваются, да? А, нет. Нет, нет. Если можем они закончатся, проиграть. То мы проиграем. Эпидемия. Давай, Жень. Теперь мы будем по три карты болезни брать. Стопки. Давай эту карту доставай. Чёрт тогда, побери. Которая внизу. Каир. Не надо, в Йоханнесбург. Так, замешивай. Печаль. Карты не так уж и много осталось, я вам скажу. Да, надо экономить их. Да. Ну давай, заражай. Это первая была? Да, теперь еще вторая. О, Лос-Анджелес. Давай как-то... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь карт. И теперь три карты. Распространение. Дрожащей рукой. Фух. Пронесло. Дели. Вспышка происходит. Чуть-чуть. Бум. 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 Бум.
Да. И потом отсюда еще бум. Бум. Угу. А черных полная, у нас полная печать. 4 карты только. Да, надо. У меня. А, блин, это же вот, передать. Сейчас тебе передам. Да. И двигаем туда. Да, и так, двигайтесь туда. Чина это очень далеко. А карачи где? Карачи поближе, чуть-чуть. Вот они. И кубиков осталось-то не так много. Так, это было 2 карты. Теперь еще 3 надо. Давай. Взять, потому что у нас теперь. Угу. Каир. Еще одна. Бам-бам-бам. Бам. Блин, аккуратно. Аккуратно. Мы на грани. Надо их это лечить. Не дополнение на грани, но... Так, ну что, мы тогда... Так, что делаем? Тут надо тут полечить. Так, а возьму-ка я события. Любой город могу. Нет, там было, которое... Тихая ночь. Тихая, да, тихая ночь. Сделать тихую ночь? Тихая ночь – самая актуальность. Значит, мое первое действие – я беру тихую ночь и играю ее, то есть не трачу действия, да? Кстати, здесь был специалист у нас по карантину, поэтому, может быть... Да. Так, это первое мое действие. Да? Свое свойство я выполнил. Угу. А, второе действие. Давайте желтую лечить. Йоханнесбург или вы там будете заниматься? Сейчас. Как мне тебе передать? У меня Лос-Анджелес. Это вообще где? Это вон далеко. Это как? Очень далеко. Так. Это... Йоханнесбург. Это через избушку, можно. Тоже. Ну, короче, это слишком далеко. Я могу в Сан-Франциско. Это тоже далеко. Короче, я вам Мехико. Не помогу, я могу просто пойти поубирать кубы. Мехико. Хотя бы, да, поубирать вот с очередью. 2. Это вообще-то я. Ой. А, я здесь? 1. Это 2 действие. 3. 4. Вот так могу сделать. Взять. Только не эпидемия. 1. Прогноз. Возьмите 6 верхних карт из колоды, карт болезней. Посмотрите на них, расположите в нужном порядке и верните обратно. Да, давайте сделаем. Давай. Сейчас. Что у нас? Алжир. Мумбаи. Все черные. Пекин. Ну, Пекин начало. Вот. Это тоже начало. Сколько? 6? Да. О, все красные. Да. Лондон. Все красные наверх. Так, ну да, все красные наверх. Потом Лондон. Лондон. Лондон я сейчас полечу, поэтому можно, в принципе, да, потом его... Лондон. 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 И потом... Где Алжир? Мумбаи? Вот, Мумбаи, Алжир. Ну, они одинаковы, в принципе, в любом порядке. Ну, лучше Алжир подальше. Да, есть... потому что тут 3 города. Но здесь он не связки. Появится в любом случае болезнь. Точно. Потому что есть специалист по карантину. Так, и что делать? Сначала Мумбаи. Нет, Алжир, а потом Мумбаи. Потом Мумбаи, да. О, так. И я ничего не заражаю, потому и что ты я ничего не сыграл. Заражаешь, да. Так, я эту карту могу играть несколько раз, потому что у меня свойство такое. Наверное. Супер. Так, я, собственно, двигаюсь, да? 1, 2. Угу. 3. И карту мне даешь. 4. Спасибо. Беру 2 карты. Так, у меня их 8. Мишек и Богота. Гонконг я сбрасываю. Мишек и Богота. Блин. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 у меня. Я что должен сбросить? Лос-Анджелес сбрасываю. Ну, сбрасывай, да, он далеко. Сбрасывай. Все? Все. И ты заражаешь? Заразил уже. Заразил, не заразил. Ну, как бы, да. Давай. Не заразил. Не заразил. Футболист такой есть. Не заразил. Так, я топаю. 1. Лечу, да? 2. Одну пипку. Угу. А куда я иду? Простите, я немножко... В принципе, ты можешь даже не лечить, может быть, как-то эффективнее использовать действия, потому что я-то могу полностью все болезни излечить. Может быть, как-то вот с Денисом где-то состыковаться. Вы бы могли в Карачи встретиться. Вот этот 3 я могу. Не, ты можешь до Карачи дойти. Кстати, где Карачи? Карачи. Где Карачи?
И передать Жене карту. И пятую. А потом я вам построю станцию с помощью карты. Точно, точно. Хорошо. Двигаемся в карате. Я одну пипку. Не лечи. Вообще ничего, не лечи. Ты туда, только придешь. Раз, два, три, четыре, да. Только ты тоже ко мне ж не придешь. Не успеешь, Привет. Если будешь лечить. По пути же. Ты же будешь идти и лечить. Я вам сделаю эту ночь, как его, без заболеваний. Звучит. Удивляюще. Ночь без заболеваний. Ладно. Постойте-то по три открывается. Давай. Сейчас будет чернуха. А, сначала вот эти? Да. Брала. Во! Так пять уже у тебя. Так пять. Круто же. И вторую. Так бери. Я сейчас могу что-нибудь, мне надо Раз, скинуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай одну какую. Какую? Карачи или Чин? Докуда быстрее? А, желтую скидывай. Йоханнесбург нужно сюда прилететь, вот эту убрать, чтобы не было вспышки. Вот, я чинаю убираю. Чинаю тогда, да. Куда вот сюда? Еще одна у тебя карта. Ну, это я... Чуть ну, тоже сбрасываю Буэнос-Айрес. Тут вообще ничего нет, не происходит. Да, теперь три карты болезней. Так. Да ты же помнишь, что там было. Лондон. И две черных. И две черных. Вот одна черная. Алжир. Я, честно говоря, не помню. У меня вообще с памятью ну, проблемы. Ну все, норм. Все. Только тут не появляется она. Да. Тут потому не появляется. Все, ну, я хожу. Да, да. Так, что мне делать? Ну, давай тасуй колоду-то с событиями. Ищи. А, первое. Что, ночь без заболеваний? А тебе только одну, один раз заход можно использовать. Да, да это мое действие. Ага. Я возьму в себе все события, Добейся. Ладно, чтобы знать, что играть. Ага. Давайте, что у меня есть? У меня есть прогноз. У меня есть «Тихая ночь», у меня есть одна исследовательская станция и есть перемещение фишки. Слушай, исследовательскую станцию было бы неплохо в Карачи. Ну вот прямо сейчас. Бы... Мне бы туда, да. Вот прямо сейчас, что мне надо сделать? А с другой стороны... Тебя перенести бы в Карачи... А, по пути надо лечить. С другой стороны, можно меня туда, да? Кстати, а нет ли такого правила, что... И станцию надо... Подожди, тут... когда излеченная болезнь, то она автоматически убирается же. Без действия. Или это у кого-то такое свойство было? Проходишь, и оно автоматически убирается. Не помню. Нет? Я что-то помню, но не помню, что это именно было. Может, персонаж такой был. Ладно, что я сейчас играю? Либо исследовательскую станцию, либо я делаю ночь без заболеваний. А, ночь, наверное, без заболевания, а исследовательскую станцию, наверное, в следующий раз, не? Или хотя мне вот сейчас Потому надо... Потому сейчас понадобится. Мне сейчас вот прям надо... Сейчас чувствую, синий пойдет. Делать. Так сейчас что сделать? Наверное, станцию? Станцию. Надо изучать. Потому что мы там, да, заодно... Ладно. Смотри, мы сейчас строим станцию, да? Да, да, станцию. А, соответственно... Лена может построить, излечить болезнь. Да, и я ты смогу сразу же, в одном месте, сразу. Ладно, значит, я строю, вот сюда кладу, вот сюда сбрасываю. Это первое действие. Типа. Второе действие, я... Иди полечи что-нибудь, не? Мне бы вот желтую излечить. Ты где там, рядом? Давай я тебе Йоханнесбург... А, блин, это ж надо в Йоханнесбурге давать. Ну ладно, давайте я полечу. Нет, не лечить. Да, ты где? Вон ты где? Не знаю. Я бы такое сейчас мог в Сан-Франциско переместиться. И пойти в Мехико или Боготу. Женя мог бы мне потом передать их. Как? Да, тут Мехико и Богота рядом. Можно было бы, да. Вот в Атланту. Со станции. Точно, раз, точно, два. Точно. Ну, я поехал тогда. Два, это я в Сан-Франциско. То есть,
Погоди, да ты можешь два. Еще удалить да. что-нибудь, не? Два, три, четыре. Мех? Да. Все, три, четыре. Беру две карты. Багдад. И с другой Чикаго. Стороны это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я-то сейчас все равно топаю. Короче. Так и иди. Вы тут, в чем втроем-то тут будем делать? Раз, я два. Заболевание должен сделать еще. Милан. Гонконг не выходит. И Майами. Ну вот, круто. Я ну, тут. Ладно, полечишь. Так. Раз, два, три, четыре. Ой. Так. Соответственно, все истратил. Беру две карты. О! Угу. Так и все, вот и не надо. С другой стороны, надо скинуть. Красную скидывай, зачем тебе красную? Ну, красную, понятно. По идее, надо еще что-то скинуть. А мех как раз боготы нам нужны, да? Ну, боготу можешь удалять. Почему тебе же нужно вместе, две? Потому что стоим. Тебе две карты надо. Ну, иначе ему придется черные удалять, а нам вакцина нужна. С другой стороны. Больше карт. Ну-ка. Еще же. Что ну, это? Да, вот да, это? Да. Я вот и думаю, может быть, черную сбросить. А, у меня возьмешь. Потом, да. Заберешь? Передаст. А, и... Ну, давай. Не-не, подожди. Если она мне будет передавать, у меня опять восемь карт будет. Нет, ты... Че? А... Надо, да, надо желтую. Желтую и иммунитет. Мехико оставь, потому что нет. Я в Мехико тебя подожду. Иммунитет. Да а что, вот иммунитет сыграйте. Иммунитет. А, ну сыграй его, да. Иммунитет сыграй. А что ты иммунитет не играешь? Иммунитет я хочу сыграть, когда эпидемия придет и убрать отсюда самую такую вот злобную. Давай, да. Хорошо. Ну, окей. Бери две карты. Так, он же уже все взял. А, ты должен взял, заразить. Ну, Йоханнесбург. Блин, ну, еще одна, и мы проиграем. Санкт-Петербург. Еще одна вспышка. Хартом. Ой-ё. Что-то... Так, все. Так, собственно, я. Я... Болезнь. Изобретаешь лекарства. Изобретаешь болезнь, лекарства, да. Болезнь. Так. И это очень хорошо. И я что делаю дальше? Тебе надо лечить что-то. Ты можешь... Йоханнесбург могу урвануть. Да, да, да. Лучше туда, наверное, там очищать все. Пятью. Йоханнесбург. Это два. Два. Три. Четыре. Бери две карты. Раз. Два. Нам осталось от желтой, да? На желтый сет собрать. Угу. Париж. Заражу. Раз. Попробуем. Мадрид. Вот. Все. Да. Пардон. Первым действием я тихую ночь делаю. Или что? Или кого-то перемещу? Нет, ты сюда переместиться через Атлант. Ну, через, господи, как их называют там? Сбушку, короче. Сейчас я должен изучить лекарство. Да. Изучишь и... А, надо поудалять. Так Женя будет сейчас удалять там как. Только да, так. Тут работы полно врачу. Пропустите фазу. Могу прогноз сделать. Можем все красные повытаскивать. Красные? А смысл? А, вперед! Все, поняла. Прогноз-то тоже лучше, когда видение придет. Да как тут карта немного осталась. У нас просто еще одна вспышка и все. Не... Ну давай. Нам тихую ночь или прогноз? Ну же тихую ночь. Пока. Я тут вот могу вот эти потом дойти и поудалять. Да Женя их удалит. Он изобретет вакцину и пойдет сразу их удалять. Да он к тебе должен прийти и Мехико тебе отдать. Да ладно уже с этим Мехико. Как это ладно? Если нужно вакцину. А?
Надо уже синие, что-то с синими делать, я не знаю. А что с ними делать? Собирайте вот это, желтую вакцину. Да, не знаю. А что не знаю? Если мы собираем, то мы побеждаем. Да, просто еще одна вспышка, и все. Вот, пожалуйста. Давай прогноз. Давай прогноз. Так, я сюда, сюда. Так. Ну, красный сразу наверх. Ну вот, отлично. Так, красный вперед. В Нью-Йорке можно. Нормально. Нью-Йорк, там. Супер. Нью-Йорк. Лос-Анджелес нормально. Тоже где можно там наверх. Лос-Анджелес. Сан-Паулу. Сан-Паулу. Тоже. Вот здесь. А вообще все, красава. Ну и все. Если у нас не будет эпидемии, потом то... Потом я беру две карты. Рияд и Дели. Что-то скидывать надо. Так я их и скидываю. Ну, скидывай, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, а семь-то оставь. Ну, одну можешь оставить, чтобы... Ну, если так. Что, ну, на помощь прийти. Ну, да, Дели оставлю. Да. Так, и... Нет, Рияд оставлю. А Дели это где вообще? Вот. Да. И я заражаю три города, которые не заражаются. Осака, Джакарта и Нью-Йорк. Давай. Где? Все, Женя, давай. Так, изучаю лекарства от черной болезни. Угу. Чума, наверное. Первое действие. Че, начинаю лечить. Сколько? Эпидемия на четвертой же еще не была, да? У-у. Скоро будет. Это второе. Два. И тебе нужно сюда ведь передавать Мехико. Нет? Или вы не... Я как-то неправильно мыслю? Ну, надо, да. А я вот так пойду. А, сюда чик-чик. Пойдешь. Да. Так все равно. Сюда можно встать. Вообще ни в одном городе не будет появляться. Слушай, так. Я тебя перекину фишкой. Окей. Погоди, я тебя перекину действием. Иди, ну, давай лечи. Тогда я полечу что-нибудь, да? Так, ты-то здесь будешь лечить, да? Я, может быть, здесь где-нибудь полечу. Нет, надо там, где вот три куба. Два пофиг, я не, короче. Я не дойду, у меня только два действия. Я не смогу полечить. То есть я могу где-то два убрать. Либо здесь, либо здесь. Самое такое. Ну ладно. Три, четыре. Что, эпидемии? Нет, нет. О, Сантьяго появился еще. Шанхай. Лос-Анджелес. Mm-hmm. Сан-Паулу. Mm-hmm. Монреаль. Mm-hmm. Ну, как хорошо. Все. Так, я. Че я? Иду. Черные, короче, они я все могу разом, да? Да. Так как у нас да. Они изучены. Тут раз, два, ой, три и четыре. Сразу. Угу. Лечу. Правила, о которых забывают часто. В свой ход вы можете забрать у исследователя карту любого города, если оба стоите в одном городе. Блин. Прикинь. Я же говорила. А, исследователь. Это же исследователь. Если есть такой персонаж. Да. А, точно. Так что все нормально. Накосячили. Там есть такой чувак. Да, есть. Угу. Так, ну что ж, я сделала ход, и что-то, мне всё. Кажется, что-то надо опасно как-то. Карта. Смотрите, сколько у нас карты осталось. Если лекарство от этой болезни изобретено, то ты автоматически убираешь все кубики соответствующего цвета из города, просто зайдя туда или находясь в нем. Я же тебе говорил, врач. Это не требует действия. Тогда я еще захожу. Ты же не врач. А, врач. У врача такое свойство. Я помню, что было такое.
Если уже есть... Не надо тратить действия. А, то есть я здесь вот когда бродил... Так ты вообще всю еще... игру так играл, по-моему. Ты мог просто заходить и такой... Да, ты просто идешь, и они пропадают. Из пуленизатора. Пшикнул и пошел. Ты часто так делал? Да, часто, все время так всю игру и делал. Я же говорил, было такое... Лишние действия. Ну ладно, знаете это. Так, ну что? Я сделала, и я открываю карты, и карт мало, и очень страшно мне. Монреаль и... Майами. Ну теперь вот, круто. Теперь ты ходишь. Теперь заразить надо. Заразить надо. А, блин. Карачи. Угу. Где? Рарачи. Так. Ну, это оно все не надо. Ладно. Так, ну что, я делаю событие переброску, да? Чик себе сюда, сыграю, перемещаю Женю к себе, он мне дает, и беру у него карту Мехико. Это второе действие. У меня есть карта Майами. Так, у меня еще Сантьяго есть карта. Сантьяго это где? Нам 2. 3-4. Нам бы круг еще один выжить. Не выживем мы круг. Мы вообще проиграли. Ну, подожди ты. Я могу тебе... Ты возьмешь, потом у меня еще действие будет. А мне нет нечего отдать, да? И там исследовательской станции нет. Блин, построить бы исследовательскую станцию вон там вот. Ну... Блин. Если бы у нас в Сантьяго была исследовательская станция, то мы бы выиграли. А что ты его пришел сюда? Я его пришел. Ну хорошо, если я не буду у тебя брать Мехико. И что это даст? И не буду тебя перемещать, а построю станцию. Тебе нужно будет 1, 2, а у тебя нет желтых карт. Так тебе надо делать. У тебя все равно одной карты желтой не хватает. Ну да. Так все, после моего хода будет проигрыш. Нет, я еще могу одно действие сделать, и потом уже будет проигрыш. А, после того, как карты закончились? Да, то есть если я не могу взять еще карт, то мы проиграли. Вот, один ход у нас. Ну, мы с тобой находимся в одном городе. Я могу тебе 2 карты передать. Для чего ты это делаешь? Чтобы Женя... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У тебя 8. Погоди, например, ты здесь. Я не играю это событие. У меня есть 4 действия. Да? Я ты здесь. В Дели. Угу. 4 действия. Я первым действием построю исследовательскую станцию. Вот здесь. С помощью события. Первое. Второе, третье. Приду сюда. Ты... 1, 2 потратишь действия. Да. Так это ты-то все равно. Подожди, не подожди. И еще 2 действия. А, ты же не исследователь. Да, да, это только исследователь. Одной карты тогда не хватит. Да. И что делать? Что делать? И печаль. Бежать. Но мы проиграли, получается. Нам не хватило 1 хода. Ну, получается, да, 1 круга не хватило. Блин. В событиях больше ничего там нет? Может, вернуть время назад. Машина времени нет. Может быть, это все-таки из-за того, что мы врача неправильно использовали. Не, по-любому как бы баланс нарушился. Да, он же должен... Я помню, что было такое, что кто-то ходит и типа автоматически... Да, но это все время будет так. По-моему, ни разу не поиграли. Постройте исследовательскую станцию в любом городе. Возьмите 6 верхних карт из колоды, это нам неинтересно. Передвиньте фишку в любой город, пропустите фазу обнаружения болезни. Фишка в любой город и станция нам нужна.
Ну, видишь, у меня... Тыдры. Ну, если только понадеяться... Ну, во-первых, тут эпидемия одна из них. Да. А вторая... Да, видишь, когда я тут шел... А, нет, еще не было шестилетней болезни. Ну, да. А, то есть ты не... Хотя не факт. Погоди. Не была еще исследована. Значит, так мы нормально играли. Нормально, да? Да. Максимум один раз. Только вот здесь вот, когда я вот я бродил, убирал. А хотя нет, здесь же тоже не было исследования болезни. Мы вот она только... тогда копила. Да. Накопила карты. Ну, сколько здесь их... Значит, что-то упустили где-то. И что делать? Вот так вот. Судьба мира. Зависит всего лишь от одного хода. Блин, я знал, что цитрусомания всех накроет. Да. Ну ладно, чего я... Ну давайте доиграем, в конце концов. Я перемещаю тебя к себе. Беру карты. Используя мифика. Что? Это используя второе. Вот этот вертолет. Ну да, используя вертолет. Пенс. И все, пока остаюсь здесь. Это раз, два, три, четыре. Иду в Атланту, чтобы тут изобретать. И беру две карты. Одна из них эпидемия. Пью. Так, заражаем Токио, который не заражается. И обострение. Перемешаем сброс. И три карты заразим. И Лима. Так погоди. А, блин, хода не хватило. Все равно. Так все близко. У меня пять желтых карт. Я в Атланте. И станция есть. Да блин, нет. Все, короче, мы победили. Вот в любом случае мы победили. Но это глупо, что типа я такой уже наливаю в пробирку, а мне стучат: у вас ходы закончились. Такого же не бывает. Нет, ты только собрал ингредиенты, а пробирки у тебя нет. И что? Ты начинаешь мутить. Да. Так а в чем? Почему она? Почему я не могу победить? Ну. Потому что еще. Потому что нет у тебя пробирки. Ключи не можешь найти. От комнаты. Ну, пять, и эти я скину. Подожди, точно нет ничего-то? Пять. На моем ходу, чтобы... Позволите ты... создать вакцину? Да, нет такого. Лишние карты я скину. Так, ну что ж. Круто. Все, да. Ну, как бы да. Я считаю, что мы все-таки победили. Ну, потому что... Денис, обидно. Да, блин, обидно. Я собрал все карты на последнем ходу. А игра сказала бе-бе-бе. Да? Такой час был. Да. Так, ну что, вот такая вот пандемия классическая. До сих пор она в строю, до сих пор крутая. Мне очень понравилось. Мы вообще выиграли хоть раз? Да, было дело. Когда забыли замешать эпидемию. Я шучу. Вот, такие дела. Ну, кто-то еще хочет что-нибудь сказать? Да, круто, крутая игра. Очень прикольная. Ты в нее сколько раз играл, Жень? Я в нее играл уже раз 6-7. И каждый раз, даже при минимальном количестве эпидемий, у нас все заканчивалось всегда плачевно. Ну вот такая, да, эпидемия. Но это круто, когда игра сложная, когда можно сложность регулировать. В общем, такие дела. Ну что ж, с вами были Денис, Женя, Лена и канал «Твой игровой». Всем пока, ребята. Всем пока.